loved by many people. Полюбившееся многим людям приложение для видеосвязи Zoom запускает сквозное шифрование, или 2E, для платных и бесплатных пользователей. Руководить проектированием сквозной функции шифрования, доступной для платящих клиентов, будет дочерняя компания Zoom, Keybase, финансируемая Stellar Development Foundation. С вами были видео-новости KCN. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас. До скорого!